Ложишься до 12, как порядочный гражданин, видишь сны, в которых нет вибраций. Кто заставил тебя жить в этой спертой комнатной температуре? А я зачем-то беру будильник и бужу тебя, как дура. Где этот зверь в тебе? Вообще скажи, что он депутат. У нас депутатов не любят. Непременно. Да. Не любят. Ка. Здорово. Здорово. Здравствуйте. О! Привет, старина. Привет. Дай пять. Полина. Mm. Мы разве на сегодня договаривались? Алекс. Блин. Понимаешь, у меня сегодня такая программа, я даже не знаю, что я делать. Я тоже не знаю, что делать. Я уже не могу отменить встречу. Тем более, ты обещал, да? Пока. Mm-hmm. Пока. Да. Ладно, пойдем. Что делать? Вы свободны? Конечно. Площадь или че? Ну, площадь так площадь. У-у-у. Милый друг, Яша, дорогой, сюда нельзя. Не надо, а не чего? Надо. Пойдем-ка, я тебя пересажу. Пойдем, пойдем, пойдем. У нас есть специальное кресло для маленьких мальчиков. Я тебе не здесь маленький, будет удобно. А большой. Залезай. Согласен. Так, вот тебе бумага, вот тебе карандаши. Нарисуй-ка мне, знаешь что? Что? Мартышку. Сможешь? Я не умею мартышку. Попробуй. Я не знаю, как мартышку рисовать. Так вот вы откуда влияете на массы. Более того, на массы масс. Дети? Пока дети. А завтра народ. Привет. Привет. Значит, смотрите, расстояние от губ до микрофона примерно вот такое. 20 сантиметров. Разговариваем. Ну, наушники, я не знаю, можно использовать, можно нет. Не суть важно. Готовы? Поехали. Это Радио Зет. Добрый вечер. Спасибо, что всем остальным радиостанциям страны вы предпочли нашу Радио Зет. Сначала я представлю гостей студии, а потом расскажу, зачем мы здесь сегодня собрались. Итак, у нас в гостях юный художник Яша. Это сын моего друга Миши. Как-то я ему пообещал побыть для Яши нянькой в течение часа. Яша сейчас занят тем, что рисует, слушает музыку из мультиков и нас не слышит. А теперь наши главные гости. Я с удовольствием представляю бизнесмена Сергея Оболонского. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорю добрый вечер нашей гости, искусствоведу Оксане Дружининой. Добрый вечер. Катенька, с прошлого года вас не видели. Впрочем, даже не столько искусство, сколько одна конкретная картина. Она была продана на прошлой неделе за 320 тысяч фунтов стерлингов в одной из модных лондонских галерей. Это картина нашего соотечественника Олега Володарского.
Картина называется «Вечность». Что она из себя представляет? Представьте себе вот такой небольшой холст, на котором подряд 7 полос и полосок разной ширины и разного цвета. Голубой, красный, желтый, оранжевый, синий, фиолетовый. 320 тысяч фунтов стерлингов за 7 полосок. Ну, это примерно, если посчитать, где-то получается 46 тысяч фунтов за одну полоску. Это подороже, чем двойная сплошная будет. В 20 раз меньше, чем одна полоска. Картина была продана неизвестному покупателю. Так вот, мы выяснили, кто это. И, собственно, это наш гость. Сергей Оболонский. Бизнесмен, депутат. Человек, который приготовил сегодня для нас особенный перформанс. А вы, кстати, знаете, чем перформанс отличается от инсталляции? Ну, собственно, я хочу с помощью ваших радиослушателей сегодня окончательно решить судьбу этой картины. Потому что я не уверен, что она имеет право на существование. Более того, я абсолютно уверен, что это, извините, никакое не искусство. Простите, но это же какая-то глупость. Глупость, что я заплатил за нее 30 миллионов, за этот кусок крашеной мешканины. Какой у вас, по всей видимости, очень богатый образный ряд. Да я вообще человек не бедный. А вы что, хотите стать Геростратом? Оксана, давайте только без оскорблений. Стоп, Сергей. Итак, насколько я понимаю, Сергей предлагает нашим слушателям решить, является ли эта картина произведением искусства. И если вдруг вы решите, что нет, не является, то мы ее уничтожим. Прямо здесь, да. Вот у нас стоит мощный аппарат под названием шредер, и он способен искромсать в лапшу, в макароны любую бумагу, любой картон и холст любой толщины. То есть вы хотите предложить радиослушателям вслепую решить судьбу картины? Почему вслепую? Я выложил на своей страничке в Фейсбуке вот это изображение. Да, но есть и второй вариант. Если наши слушатели скажут, что эта картина шедевр, то, конечно, никто ее уничтожить не будет. Она будет себе преспокойно жить и продолжать украшать дом Сергея. Ну, как этот матрас может украсить мой дом? Скажите на милость. Ну, позвольте, вы же сами ее приобрели и заплатили огромные деньги. Моя жена захотела современное искусство. Ей посоветовали для начала купить Володарского. Что, я не против. Нужно же поддерживать нашего отечественного, ну, вы понимаете. Я понимаю. Ну что ж вы так взбунтовались? Оксана, вам не ясно? Вы знаете, мне-то ясно как раз. Я считаю, что это удачное приобретение. Это удивительный синтез русского модерна и современного концептуального искусства. И вам тоже непонятно? Объясните уже. Ну, слава богу, ребенок нас не слышит. Ребенок тут при чем? Вы что, оба в упор не видите, что там изображено? Вечность? Это она так выглядит? Раскройте глаза. Это же очевидно. Синяя, оранжевая, желтая. 7 цветов. Да, порядок другой. Но это же радуга, господа. Радуга. А радуга у нас теперь что? Правильно. Гей-пропаганда. Да, да, да. В моем доме за мои деньги, в моей спальне. А, не нравится? Мне тоже не нравится. А я, между прочим, не просто человек. Я член комитета по делам семьи, материнства и нравственности. Я не хочу, чтобы это висело в моей спальне. И женщина, которая это повесила в спальню, не должна быть моей женой. Я уже подал на развод. Прекрасно. А сейчас я хочу спросить у ваших слушателей. Как этот гей-манифест может называться искусством? Мы услышали позицию господина Оболонского. Честно говоря, она несколько отличается в более радикальную сторону, чем я себе предполагал. Дошло, наконец. Да, дошло, конечно. Совершенно очевидно, что вы готовились долго и обстоятельно к программе. Ну что ж, уважаемые слушатели, я обращаюсь к вам. Голосуйте прямо сейчас. Перед нами сложнейший вопрос. Является ли картина Олега Володарского произведением искусства? Если нет, если вы решите, что нет, то наш шредер его моментально уничтожит в секунду. Только фашисты и средневековые мракобесы уничтожали искусство. Это просто катастрофа. Вы втягиваете меня в какую-то сталинскую тройку. Я не хочу принимать в этом участие. А скажут, что нас было четверо. Тем временем у нас с вами первый звонок. Алло. Здравствуйте.
Я, видимо, у вас первая. Как вас зовут? Как зовут? Катерина. А вы видели картину в Фейсбуке? Нет, я вас не нашла на Фейсбуке. Так что радугу я эту не видела. Но я поддерживаю господина Оболонского в его борьбе с безвкусицей в современном искусстве. Пусть делает с этой картиной все, что хочет. Я просто уверена, что это очередная фифа с собачкой, которую Пастернака не читала, но осуждает. Ну, тем не менее, это был первый голос за то, чтобы уничтожить картину. И таких голосов уже немало. Как можно так неуважительно отзываться об одном из лучших современных художников? Послушайте, я сейчас вот у мальчика возьму его рисунок. Как зовут мальчика? Яша. Вот я сейчас у вашего Яши куплю его рисунок 15 миллионов. Вы же понимаете, что завтра к нему очередь из коллекционеров стоять будет? А я вот очень рад, что Яша нас не слышит и рисует свой первый шедевр. Бесплатно. У нас есть очередной телефонный звонок. Добрый вечер. Откуда вы нам звоните? Я вам звоню из Москвы. И меня очень удивляет эта ваша затея. Объясните. Объясняю. Вы сначала своими руками сделайте что-нибудь похожее на искусство. Или соберите серьезную коллекцию. А уже потом выносите свои эти идиотские, блядь, приговоры. Категорически с вами не согласен. И вот почему. Вы знаете, я люблю хорошие виски. И, поверьте мне, могу отличить хороший виски от плохого. И я имею право критиковать плохой виски, не являясь при этом его производителем. Ну, логично. Да я и виски вылью, если он мне не понравится. Чего несете? Виски — это не искусство. Старина! Старина! Хорошие виски — это всегда искусство. Че за старина-то? Я еще молодой. Ну вот я вижу, хоть нормальный человек позвонил вам в эфир. Я так понимаю, что он против того, чтобы мы уничтожали картину? Я так понял, что нас считают идиотами. А между тем мы получили сотни смс-сообщений, и голосование на нашем сайте говорит о том, что мнения слушателей разделились, ну, примерно пополам, за и против. Сейчас у нас выпуск новостей, и мы продолжим через несколько минут наш социокультурный эксперимент. Это Радио Z. В эфире новости Радио Z. Город не гони. Я скажу все очень компактно. Я офигеваю, мама, офигеваю. Мать грабителя заявила, что уничтожила все украденные ее сыном картины Матисса, Гогена, Мане и Пикассо, чтобы следователи не смогли доказать его вину. Это Радио Z. Радио, в конце концов. Как говорится, нарочно не придумаешь. И на фоне вот таких новостей наши слушатели решают судьбу картины Олега Володарского. Поскольку ее владелец, собственно, не прочь ее уничтожить. И это произойдет, если вы проголосуете «за». А у нас очередной звонок. Говорите. Да, алло. Да. Вот все эти ваши бизнесмены, которым деньги некуда девать, пускай за такие покупки налог платят 100%. Вот купил картину за 300 тысяч, пускай 300 тысяч налога и платит. Слушайте, ну, это вопрос точно не к нам. Мы сейчас решаем судьбу картины, не более того. А, кстати говоря, я так и не понял, вы против того, чтобы ее уничтожить, или все-таки за? Я за. Давайте уничтожим. А вы картину-то видели? Чего я только не видал, парень. Я ж таксист. А кого вы слушаете? А наших радиослушателей, Оксана. И количество тех, кто хочет уничтожить картину, пока немногим больше тех, кто не хочет этого делать. О, народ меня поддерживает. Да. Но прямо сейчас я хочу позвонить автору. Создателю вечности. Да. Алло, Олег Викторович, здравствуйте. Это радиостанция Z вас беспокоит. Мы сейчас как раз обсуждаем вашу знаменитую картину. Дело в том, что она находится у нас в... А я вас, сволочи, с самого начала слушаю. А вы отдаете себе отчет в том, что для всякого художника,
каждая картина — это как ребенок. А теперь представьте себе, что вы хотите убить. Убить ребенка, а звоните отцу. А над чем вы сейчас работаете, мастер? Запомни, гнида. Каждый настоящий художник трудится над вечностью, а ты где-то убийца. Руки устали собаку держать. Мне кажется, самое время подвести итоги. Просто какой-то цирк. А раньше вы утверждали, катастрофа, что жить стало веселее. Итак, я вынужден сообщить, что теперь уже с большим перевесом вы проголосовали за, как сказал художник, убийство. Вы часто жалуетесь на то, что в нашей стране нет демократии. Так вот, она есть. По крайней мере, здесь и сейчас, в эту секунду, вот в этом эфире. И ваше коллективное решение – это демократический выбор. И именно поэтому картина Володарского «Вечность» будет сейчас уничтожена. Я думаю, что ты гений. Слушай, я вот думаю, кто ему купить-то за такие деньги? Ты вообще этого Болонского знаешь? Кто он такой? Нам надо купить. Это Радио Зет. Радио. В конце концов. Блин, ну как можно? Ну как можно? Вот как можно быть такими? Скажи мне, пожалуйста. Если бы ему сказали, убей человека, они бы убили. Прыгни с крыши, прыгнули бы. Ну куда это вообще? А чем ты недоволен-то? Да ты вообще молчал, Качалов. Куда ты полез? Вот куда ты полез с гей-пропаганды против текста? У тебя же текст есть. Ну какая гей-пропаганда? Какая? Ребенок вон сидит в студии. А ты-то чего все время хихикала? Не могла нормально искусствоведа сыграть, актриса? Ты сам, кстати, начал. С чего ты вдруг стал депутатом-то? Таксист сказал, что депутатов у нас не любят. А депутатов нас не любят. Прелестно, мальчики. Прелестно. Яша, не трогай! Это моя кнопка. Да все ничего у меня, вроде. Следующий год объявят годом Эйзенштейна. Государство будет раздавать всем талантливым молодым режиссерам денег на кино бесплатно. Безвозмездно, как говорится. Вот это про меня. Так что ничего, мы еще покажем. Да, кстати, так и сказал. По телевизору слышал. Всем перспективным кинематографистам будем давать денег. О. Уйду из этого кинотеатра, закаменевшего. Буду снимать Ольку. Но мне знаешь, какой актрисой станет? Я такой в ней потенциал чувствую, ты даже не представляешь. Всех переиграет. И зверей, и детей, и всех. Ну что, я думаю, поработаем еще? Он разделил он все-таки любовь к девушке. Ну вообще не разделил. О, а ты куда? Слушай, я запись на все 2 часа эфира поставила. А новости и пробки Игорь прочитает. Так что я сегодня не приду. Ладно. А этого предупредила? Естественно. Ну, давай. Таким образом, свой статус. Я молодец, я хороший.
человек, а это что? Это Лиза. Господи. Да вам не хоть Изольда. Какого хера она здесь делает, а? А, я поняла, то есть пока я в эфире, ты в наш дом баб водишь? Ты молодец, ты все прекрасно продумал. Знаешь, что 2 часа я не выйду из студии. Ну, Паш, ну ты и скотина. Оля. Оля. Оля, послушай меня. Знаешь, я чувствую, честно говоря, полной дурой. Я решила сделать тебе сюрприз. Записала 2-часовой эфир, договорилась с Лепницким. А ради чего? Чтобы прийти домой ты и... Ты неправильно все понимаешь. Это Лиза, она друг мне. А с каких это пор она стала твоим другом? Оль, я не надо меня трогать, вообще не убери руки. Я хотел сделать сюрприз. Я, грубо говоря, позвонил ей и позвал ее сюда, чтобы она мне попозировала. Она модель, она мне позирует, я репетирую, понимаешь? С каких это пор ты стал рисовать? Ты даже кисточку ни разу в жизни не держал у себя в руках. Я никогда тебе не врал! Потому что я хотел сделать сюрприз и помню о нашей годовщине. И я купил эти долбанные кисти, взял у соседа эти краски дурацкие и мольберт этот сраный. Ради того, чтобы ты мне сейчас говоришь, что я вру. Я не вру. Я хотел тебя рисовать, а с ней репетировал. Ты меня вообще за полную дуру держишь? И ты думаешь, что я поверю во всю эту ерунду? Все, хватит. Ноги моей больше здесь не будет. Так что вы можете спокойно тренироваться и репетировать. Прощай. Остановись, я тебе прошу, ты сейчас делаешь ошибку. Ну, я знаю многих, которые проходят и идут дальше. И даже иногда незаметно проходят. Для себя и для друзей. Пошмыгнули аккуратненько, не привлекая внимания. Не переживай так. Вернется она завтра, Оль, твоя. Главное в жизни, чтобы всегда рядом был кто-то, кто плеснет тебе пивка. Мне так мой дед говорил. А вышло так, что я люблю виски. Видите ли, юноша, дедушка плохого не посоветует. И вообще, зачем тебе виски? Ты же спортсмен. Тебе нельзя. Я не спортсмен, я гольфист. Тогда можно? Я тебя во сне увижу обнаженной и проснусь напряженной. Розовые обои взяли в плен. Я ж тебе говорила, он гений. Как Владимир Владимирович. Какой Владимир Владимирович? Какой-какой? Маяковский. Самый-самый популярный в Москве. Ой, ну ладно. Я с тобой не спорила. Я с тобой никогда не спорю. В особенности насчет большой поэзии. Чтобы женщин приличных оставить в покое. Нет, вы ни разу и не Маяковский мужчина. Ты извини, но ты уже уходишь. Твой телефонный звонок. Ты приглашаешь меня в кино или просто сходить погулять. Это значит, надо срочно встать, побриться и вымыть станок. Я, конечно же, хочу... У нас все в книжках написано, да? Все он знает. Вот я тебя просила сказать, только сажать морковь или нет. Вот просила прогноз погоды посмотреть. Вот она ходит, ему там циклоны показывает. Вот это вот крутит жопой своей. Вот непонятно чем крутит, понимаешь? Я хотела узнать, будет дождь или не будет дождь. Все. Для этого нужно было мне прогноз погоды посмотреть. Ты вообще слышишь меня сегодня или нет? Что такое теперь? Непонятно. Розовые обои, диван, кровать. Я лежу и лежу, и я не вижу причин вставать. Пара-па-па-па. Розовые обои взяли в плен.
Я лежу на диване, я практикую дзен. Я должен ей позвонить. Да ты пытался уже. Я же тебе говорил, что здесь мертвая зона. И у нас здесь нифига не ловит. Мне необходимо ее услышать. Через 3 секунды будут новости, и ты ее услышишь. В эфире новости радио «Сердечный приступ». В студии Ольга Гудкова. Неутешительный результат о дальнейшем падении курса рубля к иностранным валютам сообщил Центробанк России. Рубль может больше никогда не вернуться на прежний уровень, сообщил глава ведомства. Вот! Вот! Дядя, ты понимаешь, что она хочет сказать? Она мне хочет сказать, что последний раз, когда... Не последний, а крайний, как говорят у вас актер. Давай-ка выйдем. Сейчас не об этом. Не сбивай меня, дядя, ты меня все время вечно сбиваешь. В прошлый раз она мне хочет сказать, у тебя ничего не вышло. Курс твой в моей жизненной позиции упал безвозвратно. Дурень, какой курс? Она эти слова говорит многим людям. Как многим? Не понял я, что у нее не один? Какой же ты все-таки глупый. Ты у нее один. Давай выпьем за Ольгу, чтобы у вас все наладилось. Давай. Ой, Мурочка, привет. А мы тут сидим, радио тихонько слушаем. Ирочка, здравствуй. Я тебя... Здоровались уже, ночью еще. Не дает. Слушай, я его все время спрашиваю, почему меня не приглашает? Потому что у него жена, сука, и готова гнать таких племянников-алкашей с ссаными тряпками. Не дает. Я прошу политического убежища. Но ты же обещал. Не ругайся, пожалуйста. Под Яночку. Так тебя Ольга точно домой не пустит. Завтра, чтобы домой уматывал. Ну, это не моя хорошая. И о культуре. Картина «Левиафан» Андрея Звягинцева. Пошла. Количество мата, используемого в фильме. Вот, вот. Ты думаешь, она про кино говорит? Вер, понимаешь, что она мне хочет сказать? Нифига не про кино. Потому что кино в этой стране никому не нужно. А потому что в... Ранее. В прошлый раз, когда я выругался при маме, она может просто, моя потенциальная теща, не пустить меня. Не пустить меня к себе в квартиру. Вот Павлушенька, вот видел? Не будет, мол, Павлуша, у тебя прокатного удостоверения в маминой квартире. Послушаем. А следующий выпуск новостей на радио «Сердечный приступ» слушайте ровно через 55 минут. Ну чё, тот не объявлялся? Пока нет. Я тебе говорила, Оль. Вот я тебе говорила. Извини, конечно, но вот мутный какой-то, понимаешь? И главное, мне кто-то даже рассказывал, что у него какая-то репутация. Даша, опять сплетни. Но он лучше, чем его репутация. А в наше время не каждый может этим похвастаться. А тем, кому нечего делать, пускай продолжают сплетничать. И мне об этом ничего знать не надо. Ты моя подруга. Вот именно потому, что я лучшая подруга, чтобы ты потом не... Сейчас поругаемся. Дай рыбку, пожалуйста. Одну. Жадина. Надолго тебя сюда перевели? Не, Лесницкий, по-моему, только на день штрафует. Вот на день и перевел. Ну ты скажи мне, почему мой телефон здесь не ловит? А радио твое работает. Да понятно. Несправедливость. Физику надо было учить в школе, дурень. Радио, оно как таракан. Выживет там, где все остальные сдохнут. Вот при ядерном взрыве что у нас останется? Что? Тараканы, радио и рок-н-ролл. А ты говоришь, что трехпрограммник давным-давно умер. Вот сидите вы в своих автомобилях, стоите в пробках и слушаете что? Что? Радио. Вот тебе как раз и трехпрограммник в автомобиле. Там гораздо больше программ. Ну, слушаешь, ты все равно три. Вот приходишь ты домой. А дома что? Что? Жена. И что делает жена? Что? Готовит. И где она готовит? Где?
На кухню. А на кухню у тебя что? Что-что? Холодильник. Это моя бывшая была, холодильник. А на кухню у всех радио. И слушает моя жена радио, готовит тебе твои любимые котлеты. Так что давай выпьем-ка, брат, за Попова. Студия Ольга Гудкова. И перед тем, как я покину домой и отправлюсь за город к маме, хочу сообщить вам последние новости. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит положительных перспектив в переговорах с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Она хочет сказать, что все больше. Больше никаких перспектив больше нет. Ой. Ты известный скульптор, между прочим. Так слепи. Слепи нам с Ольгой. Семью ты можешь слепить или нет? Или слабо? Слепить нельзя, Павлик. Можно только построить. И построить вместе, иначе конструкция будет неустойчивая. Видите ли, товарищ известный скульптор, если вы сейчас переведи оба... Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Это тебе подарок. Кружатся листья около доской мираж. Взмах волшебный. Спасибо большое. Мам, только ты ничего не ломай. Не буду. На сердечко похоже, да? И вот эти ножки не ломай. Не буду. Спасибо. Такая песня о любви, где немного странные слова. Я надеюсь, ты меня простишь. И не раз, и не два, я боюсь тебя, как страшный сон. Но в тебя я по уши влюблен. Это правда, это не ботва. На каком-то повороте обойдете. Ни плащ, ни шпага, ни образ не помогают мужчинам. Они почему-то вдруг решили
Во-первых, что мы с ними конкурируем очень сильно, а во-вторых, что нас надо куда-то обходить опять, затыкать за пояс и так далее. Я согласна, что образ, неспроста в 60-е появился этот образ этого мощного шевалье, потому что сама идея мужской идентичности уже потихонечку начала терять свои какие-то, вот я не знаю, я бы назвала бы это ножками трона, да, вот этот мужской трон, который вечно был на протяжении 15 тысяч лет, как минимум, вдруг он зашатался. Я с тобой согласен. Смотри, ну, и стали ссовать образы. Да, вот чтобы ни на кого не показывать пальцем, я тебе приведу свой пример. Итак, я перепробовал все. Значит, я перепробовал жить один, и это сложно, потому что действительно нужна женщина, и действительно... А зачем? Запиши, вот как нужна, зачем? Вот она нужна для самоидентификации, понимаешь? Она нужна, потому что мне надо приходить с красивой женщиной в общество, мне надо прийти в мой любимый купольному Парнасе, я не могу прийти один, на меня будут показывать пальцы, я публичный человек, и это невозможно. Потрясающе, мне нужна... просто, Лен, ты до сих пор следуешь принципу, когда нужно выбирать между вином и женщиной, ты интересуешься годом выпуска. Ну, что делать? Так вот, я начал с того, что я перепробовал сначала без. Ужасно не пошло, действительно показывали пальцем. Мало этого, начали приставать молодые мальчики, что совершенно не мое, а забыл. Значит, тогда мне пришлось в очередной раз жениться. Кстати, я помню на последней передаче, когда я был у твоей подруги, и она спросила меня, сколько, Леон, у вас? Я была жена. Я говорю, своих? И это запомнилось радиослушателям. Да, так вот, тогда я попробовал жениться. Ну, как ты понимаешь, с женой все хорошо, и все это совершенно замечательно, но кроме жены же кто-то нужен. И кроме жены появилась сначала одна очень симпатичная особа. И мир стал довольно устойчив, потому что особо есть... Это жена, Кузьма. Знаю, друг он друга, был убит сегодня утром, потому что его жена Оля проиграла его в карты. Можешь объяснить, вот что у него в голове творилось? Приводит к тому, что могу. У него в голове пустота. И теперь там ветер дует. Осенний прохладный ветер. Как ты любишь? Да. Не знаю, главное, о чем он думает? Он уже не думает. Он думал? Да. Ну, хрен с ним думал. Вот ведь он как-то бизнес решает, я вообще не понимаю, как. Решал, дорогая моя. Угу. То есть сидит он у себя в офисе, трет, значит, с этими банкирами, какие-то схемы строит. Что-то там решает, и все думают, что он в Минько. А на самом деле он берет помаду, красит этой своей губы, целует ее. Фу. Кошмар. Что дальше, мыши? Мышь? А где мышь? А, не вижу мышей. Кот на крыше. Кстати, Доминик тогда летел с крыши. Точно. А не за окном. Да. Если Оля не играет в карты два дня, то она начинает очень сильно психовать. Примерно вот так. Маша, я тебе полдня не могу дозвониться. Оль, я тебя просила не звонить, да? Так что не звони мне, окей? Ну подожди, Маш. Ты знаешь, у меня вообще уже тут ломка началась, да? Я два дня в карты не играла. Ты знаешь, так до депрессии можно довести. Олечка. Я все понимаю. Но тебе играть не на что. Абсолютно. Знаешь что, ты сначала замуж выйди, а потом приезжай играть. А что замуж-то сразу? Слушай, я просто честно не понимаю, кому вообще этот штамп в паспорте нужен? Живут же люди, любят друг друга. Что, бумажка нужна обязательно? Зачем замуж-то? Только замуж. Ну подожди. Франсуа, да? Франсуа, вот с которым я встречаюсь, помнишь? Ну вот мы с ним видимся каждый день. Таких у нас много, нет. Ты правила знаешь. А ты просто карты хотел покидать. А я как вот девочкам объясню? Нет. Ни в коем случае. Почему это мы тебе должны идти на уступки? Ну хорошо. А что там с моим Кузей-то? Я его с утра даже не покормила. Голодный шо. Что? Как твой?
Загорает. Нет, а почему ты спрашиваешь? Он как-то голодный, очень нервный. У него вообще такой беспокойный характер. Он спокоен. Свежий воздух. Да, загорает. Он полностью спокоен. Ну, я тебе гарантирую. Абсолютно. Ну, какая же сучка. То есть абсолютно женская позиция. Абсолютно. Но вы нас такими сделали. Понимаешь, ничего не сделаешь. Женщины нас подвинули на то место, на котором когда-то находились вы. Мы там, знаете, со всей вот французской жантиез уступили, и вы забрали, в общем, очень много. Это еще хорошо, что вы не забрали абсолютно все. Девочки, слишком много крови в этот раз. Отлично. На мой вкус слишком много. Нормально. Я тебе говорю, нормально. Зато Васильевичу будет чем заняться. Ты заскучала. Маш, тебе еще оружие можно? Ты мой сладкий, нет. Держи. Только в людей не стреляй, живых, хорошо? Давай. Спасибо. Аккуратно. Вот молодец, какой вежливый мальчик. Это я, Борис. Сейчас мне принесут ключи от яхты. Конечно же, не моей. Привет, Борис. Держи ключи. Только не раздолбай эту лодку, как в прошлый раз. Да нормально все будет. Этот почему-то меня всегда называет Максиком. Алло, Максик, привет. Ты ушла за счастьем. Слушай, есть роскошная девчонка, я тебе говорю. Только я не стал сжигать мосты. Молоденькая. Просто возвращайся. Да, ну перестань. Мое счастье – это ты. Да ну не в этом смысле. Вдовушка. Так, все, я тебе высылаю. СМС-кой телефончик, понимаешь, да? А ты меня будешь долго благодарить, я тебе отвечаю. Ее зовут Оля. Я стану мужем Оли через 2 дня. А еще через 3 она проиграет меня в карты. Я так и не верну арендованную яхту. Ну зачем нам вас ждать? Зарплату вы нам вчера выдали, так что больше вы нам не нужны. Азохен Вэй, девочки, красота ваша пройдет быстро. А бухгалтерия и налоги вечные, поэтому спешить вам некуда. Спешить нам есть куда. Сегодня объявят результаты конкурса. Мешались все на этом конкурсе. Вас проводить? Спасибо, молодой человек. Ой.
опаздываю, скоро день. Опять Савельича провожал. Ну да. Да, бедный старик вынужден ходить на работу. Когда мы придем к власти, обеспечим его пенсией. Так он же 1000 лет на пенсии. А что ему дома сидится? А радиорубку на кого оставит? Так кому нужна его радиорубка в наше время? Интернет — вот главный политический инструмент. Ты до сих пор свой КНР не наигрался? КНР — это Китай, а у нас будет Криволужская независимая республика. Разные вещи. Скоро у нас все свое будет, исконное. Интернет свой забабахаем. Привет, девчонки. Привет. Еще 3 минуточки, и меня объявят победительницей. Лучшая девушка Криволужская — Лера Крапивина. По-моему, звучит. Ау. Товарищи, новости читали? Доброе утро, славный город Криволужск. Сегодня... Обновляем страничку. Хорошая погода. Солнца нет, но и дождя тоже. Криволужское время 9 часов. Так что хорошего всем дня. Лера, это какая-то ерунда. Настроение. Объявляем перекур. Дальше идем. Ален, я поздравляю тебя, что ли? Ого, обставила Лерку? Я не знаю, что делать-то. Там написано, что я завтра уже должна быть в Москве. Это что же получается? Ты теперь за границу не переезжаешь? А как же я? Даш, ты тоже никуда не переезжаешь. Как я тебя перетащу, если сама никуда не еду? Ну ладно, не расстраивайся ты так. Может, в следующий раз получится. В какой следующий раз? Блин, ты дура, что ли? Раз в 5 лет конкурс город устраивает, выбирает этот фонд. Где гарантия, что следующие 5 лет выберут именно наш город? Нет, я все-таки не понимаю, как она тебя могла обойти? Кому она вообще нужна с этими дурацкими журавликами? Это что вообще было? Помнишь, взрыв был на этой атомной станции в Габоне? Mm. Мы еще поржали, что за страховками там никто не вернулся. Ну так вот, международная эта компания сообщила про девочку, выжившую. Ну, выжившую, типа, она умирала и делала журавликов. И загадала, если сделает 1 000 000, то выживет. Ну, наша дурында давала ей помогать. А иностранцы как-то про это все прознали. Наверное, из интернета. Конечно, из интернета. Все из интернета, понимаешь? Весь вред. Сгнием мы с тобой, Дашенька, в этом Криволужске. И будем вот так вот чай попивать до конца своих дней. А Алена наша будет по заграницам. Сучка крашеная. Она что, красится? Даш, ну ты дура, я вообще не об этом. Слушай, я тебе одну вещь скажу. Ну, это секрет. На самом деле Алена переспала с губернатором, чтобы этот конкурс выиграть. Да ладно, ты серьезно? С этой жабой? Он же страшный. Ну да. Представляешь, на что она способна? Подожди, а ты откуда знаешь? Анфиса мне сказала. А Анфиска откуда знает? Так она племянница же его. Она же прям все про него знает. Вот это да. Поэтому, понимаешь, и этот весь конкурс такой непрозрачный был, понимаешь? Ладно. Да. Так это получается, что она нечестно выиграла? Я тебе про это говорю, она вообще ни перед чем не остановится. А знаешь что? Давай это в интернет выложим, пусть я об этом узнаю. В связи с безвременно ушедшим от нас на время руководством, я пришел посмотреть, как вы тут трудитесь с потными лицами. Сереженька, вы сдали отчетность
за прошлый месяц бухгалтерия? Александр Абрамович, давайте уточним. Вы к нам как бухгалтер зашли или все же как отсутствующее руководство? А то что-то у меня в глазах творится. Александр Абрамович, а скажите мне, заявление об уходе на ваше имя писать? Мусечка, вы куда это собрались? А Алена у нас в конкурсе выиграла. Отчетность бы лучше сдавали, как вы шутите, чтобы вы у меня были живы-здоровы. А он не шутит. Конкурс Международного фонда «Делай добро». Разве не слышали? Ну что, с какого сайта начнем? Да я не понимаю, у меня ничего не грузится. Ребят, у вас есть интернет? У меня нет. На телефоне тоже не работает. Вань. Сейчас посмотрим. Не, нету. Ничего, скоро включат. Не включат. Анфиса, ты вечно как привидение. А у вас пластилин есть? Нет у нас пластилина. А линейка? На, возьми. Только отдай, пожалуйста, а не как в прошлый раз. Подожди, а что значит не включат? А мой дядя выключил. Вы разве не слышали? Депутаты сказали, что это вредно для населения. А как же законы? Ну, чтобы принять, нужно несколько месяцев. Это им нужно несколько месяцев. А мой дядя умный. Взял и выключил. Главное не суетиться. Значит, так надо. Значит, теперь будем жить в другом государстве. У вас резинки есть? Лер, а что делать-то? Она же сейчас просто уйдет и все. Нужно как-то всем сообщить. Как? Не знаю. Вот я тебе обещал утром, что мы наведем порядок. Уже начали. Губернатор у нас сила. Так что Савельич из радиоточки сможет спокойно уйти на пенсию. А мне будет жаль, если он уйдет на пенсию. Я уже как-то привыкла начинать каждый день свое приветствие. Дашка. Радиоточка. Пошли. Ой! Ну, что скажешь, мой друг? Времена меняются. И меняются так, как только им это нужно. Ну, тебе же хорошо, когда холодно. Начальнику городского управления безопасности, товарищу Безбородко Олег Владимировичу, гражданина Фридмана Александра Абрамовича, донесение. А у вас пластилин есть? Пластилин? Да вряд ли. А мастика, кажется, где-то была. А проводов дадите? А? Ты там это, особенно не шебурши. У меня там порядок. А тебе какой провод-то нужен? Обычный или медный? Ну, медный надежнее. Ну да. Дайте нам сказать по радио. Что сказать? Нам нужно сделать важное объявление. Да. А городская радиоточка не для частных объявлений. А у нас не частное объявление, да. Общественное. Да. Город в опасности. А, ну тогда садитесь сюда и включите вот этот вот тумблер. О, да? Так, кто что пьет, а? Ален, ты для нас важнее любой выпивки. Давай. Ладно, сейчас прибегу. Ну, а ты чё молчишь? Чё ты как конь печальный? Короче, говори все как есть. Какая она? Давай. Слушай, она сейчас что, вот может уехать и все, да, навсегда? Ну, с концами.
Почему я? Давай ты. Давай вместе. Вообще, я всегда говорил, радио – это вещь. Тебя никто не видит, зато все слышат. Давай текст напишем. Точно, Лерка, молодец. Давай, пиши. Это сука. Лера, сука, пиши большими буквами, чтобы все увидели. Пиши. Да что ты, дура? Это радио. Здесь надо говорить. Здесь ничего никто не увидит. Ты выиграла конкурс. Нечестно. Потому что переспала с губернатором. Переспала с губернатором. Молодец. Читай. 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 Нет, ну а почему я? Ты все это придумала, ты и читай. Пошли отсюда. Ну что, выступить не дали? Все нам дали. Не твое дело. А там еще две эти крысы отшиваются. Ну, та, которая за моим дядей бегала, и подруга ее. А можно твой будильник? Конечно. Бери, мне ничего не жалко. Спасибо. Алён, слушай, у меня к тебе просьба есть. Пришлёшь свой контакт? А то видишь, что здесь творится. Вдруг бежать придется за границу. Тебе зачем за границу бежать? Да я воевать боюсь. Пришлёшь? Конечно, пришлю. Конечно. Раз. Алён, я надеюсь, что ты меня слышишь. И я хочу сказать тебе кое-что действительно важное. Ты мне... Ты мне ужасно нравишься. Ты так ужасно мне нравишься. Ла-ла. Мне нравишься, ла-ла. Слушай, а я ведь тоже своей Марусе в любви по радио признался. Меня тогда, правда, чуть не уволили, но я ни секунды не жалею, что сделал это. А сейчас она где? Кто? Ну, Маруся ваша где? А, дом щи готовит. А твою я видел на улице сейчас, куда-то пошла. Как пошла? Ну, так. Трубку не берет, жаба. Сволочь!
Лерка, ты что? Что? Так это ты с губернатором? Интернет-то заработал. Давай выпьем. Где ключи? Вон это и вон все. Сучки. И Ваня, и Европа. А мне? Да ладно, хватит тебе. Ишь теперь решать, или Европа, или Ваня. Зато у нас с тобой все просто. Дмитрий Савельевич, смотрите. А? Вы теперь можете не ходить на работу. Просто говорите, и все будет транслировать. А я тут пыль буду вытирать. Что это? Это радиоприемник. Ну, вернее, ретранслятор. Где ты его взяла? Сама сделала. Ну да. Ну, неси его сюда. Кто заявит любовь навсегда? Это радио ХРЮ. Радио с человеческим лицом. У нас очередной звонок. Ирма, а как к этому относится ваша вторая половинка? Одна очень мудрая женщина сказала, и это даже не я, что половинка бывает только у мозга, таблетки и жопы. А я изначально целая. Давайте не будем обсуждать мою личную жизнь и пожелаем друг другу прекрасного утра. Да. Моя бабушка очень любила повторять: не слушай ничего то слово «но». Так что не слушайте ничего после нашего утреннего, самого веселого радиошоу «Шпинат с яйцами». Меня зовут Ирма, и я прощаюсь с вами до завтра. Пока. «Шпинат с яйцами». Начни день с этого блюда. Дорогая моя, а тебе не кажется, что ты не имеешь права говорить в эфире, что после твоей передачи слушатели могут спокойно выключать свои радиоприемники, а? Дорогой мой, пока нет. Пока мое радиошоу, которому ты дал самое идиотское название в мире, будет иметь самые высокие рейтинги в городе, я сама буду решать, что мне говорить, что мне не говорить. Да? Но если ты будешь продолжать посылать наших слушателей, не отвечая на вопросы о личной жизни, твои рейтинги скоро упадут. Ну, личная жизнь, она на то и есть личная, чтобы про нее никому не рассказывать. Это ты очень любил болтать в своем эфире про нашу постель. Я в этом как-то более чистоплотна. И чтоб слово «жопа» я в эфире больше не слышал. Пошел в жопу. Отношения – это как блюдо, которое быстро не готовится, что это не фастфуд. Мы часто едим, что попало, но по-настоящему счастливы только в хороших ресторанах. Я ему говорю.
говорю, у нас все закончилось. Чашка разбилась в дребезги, а ты пытаешься в нее налить кипяток. Ничего уже не склеить. Никогда не поздно попробовать это сделать. А склеенные чашки ценятся еще больше целых. В этой жизни может измениться все, что угодно. Вы, главное, ждите. Вы знаете, в отношениях меня больше всего раздражают странности. Когда человек странный, это же ненормально. А вы что думаете? Вот моя бывшая девушка, она не давала мне есть апельсины. А я так люблю апельсины. Она мне их не давала есть. Из-за этого нам пришлось расстаться. Вы знаете, если бы у меня был апельсин, я бы обязательно вам его дала. Моя бывшая была очень эмоциональным человеком, постоянно меня раздражалась. Когда не раздражалась, называла меня лабром. Это сокращенно от лабрадор. Она считала, что я такой же доверчивый, уютный, домашний. А потом я понял, что действительно похож на лабрадора. Похож? А вы своего бывшего как называли? У вас же был бывший. Козлом. Почему? Потому что он был козлом. Послушай, дорогая, ты мне вообще не нужна. Ты себя в зеркале видела? Лично у меня с такими, как ты, все в полном порядке. Но. Тут одно движение затевается. Рядом. 4 часа лету. Будут нормальные, ровные ребята. Хочешь, двигай с нами. Нет? Ну. Сиди вон, кукуй над своим кофе. Я лучше покукую. Ку-ку. Thank you.
Знаешь, подруга, я в отношениях как Америка над Мексикой. Люблю быть сверху. Понимаешь, о чем я? Нет, подруга. Потому что по отношению к девушкам я как Колумб. Я вас пока для себя не открыла. Она для меня как роза, единственная, уникальная, капризная. Я похож на дурака? Нет, вы похожи на маленького принца. Любите свою единственную розу. Важно, когда ты понимаешь, что только с этим человеком ты хочешь состариться вместе. Вы только что сказали самые важные слова в своей жизни. Я вас поздравляю. И что это было? Вот это последний вариант. Ну, я уже не знаю, что тебе предлагать. Подумал, может, тебе хоть девушка привлечет. Я слушал тебя сегодня. Обидела слушателя. И рассказала ему про свою личную жизнь. Про что я им должна рассказывать? Вот про все это? Если тебе не нравится твоя передача, зачем ты устраиваешь этот цирк каждое утро? Я создала эту станцию. А знаешь, она снова станет твоей, если ты останешься не одна. Когда это случится? Это мы уже обсуждали. А ты не забываешь там снимать кольцо с пальца? Конечно, нет. Ты уже у кого-нибудь нашла? Нет. Пока нет. Йо-йо-йо, дорогие мои! В эфире радиошоу с самым идиотским названием в мире «Шпинат с яйцами». Меня зовут Ирма, и все эти три часа вы будете слушать только меня.
кажется, огромные планеты далеко раскиданы в пространстве. Чтобы уловить немного света, крутятся планеты, словно в танце, видят только издали друг друга и мерцают, подавая знаки. Дочь одна им верная подруга, один один во мраке. Земля, земля, я Юпитер. Вы не спите, еще не спите. Смотрите, смотрите. Исчезает Млечный. Мне не жаль туманных исполин.